тобой есть мощь и сила. Это мини-боги землю спешат спасти ради справедливости. Если небосвод затянуло облаками, то не бойтесь, рядом с нами всегда окажутся друзья. X-Power! Команда вперед! Ваша смелость бесконечная через тьму к солнцу нас ведет. Это мини-форсис! Стойкость, мощь и сила. Это мини-форсис! Землю спешат спасти ради справедливости. Стойкость, мощь и сила. Спешат спасти ради справедливости. Это мини-форс X. Викторина. А теперь время нашего 10-го последнего вопроса. Главный приз – шикарный автомобиль. Золотая рыбка может жить в океане. Да или нет? Каков ваш ответ? Ой, знаю. Это же рыба. Конечно, она может жить в море. Но ведь золотые рыбки живут в аквариумах. Думаю, все же нет. Нет же, все правильно. Это же просто викторина. Да, я тоже не понимаю, чего веселиться. И ваш ответ? О! Да, так держать! Нет, это неправильно! И наш ответ – нет, не может! О. Ах, какая жалость! О. Что? Только не это! Золотые рыбки пресноводные, они не могут жить в океане! Понятно. Люси, ты такая умная! На это шоу нужно отправить Люси, она выиграет все призы! Нет, я не люблю викторины! Что? Да? Но ведь можно выиграть призы, только ответив на 10 вопросов. Мне неинтересно. Тогда решено. Я отправлюсь на шоу. Что? При помощи своего интеллекта я выиграю все призы. Мечтать не вредно. Повелитель Зенос. Оказывается, среди землян в последнее время очень популярны викторины, поэтому я вызвал сюда господина Кью. Господин Кью – главный специалист по викторинам во вселенной! Да или нет? Каков ваш ответ? Ответ знает только господин Кью! Хорошо. У вас есть план? Да. У меня отличная идея. А, конечно же, Вольт победит. А что ты хочешь выиграть? Последнюю модель приставки. Приставку? А, это для твоих тренировок? Вольт, ты лучше всех. Мой образец для подражания. И запомните, наша цель – сокровище с драгоценными камнями. А если они нас узнают? Зорд этого просто так не оставит. Мы скажем, что просто изучали землян. Как скажете? Шоу скоро начинается. Хорошо, уже иду. Можешь не торопиться. Начнем нашу викторину. Да, наконец-то. Итак, первый вопрос. Один из игроков уйдет сегодня с призом, да или нет? Ваш ответ? Да! Да, любой может поучаствовать в испытании и выиграть удивительные призы. Итак, наш первый участник. Это я! Меня! Выберите меня! Спасибо всем! Спасибо! Хорошо, вы будете первым. Это же дядя Дури! Дядя Дури! И какой же приз вы хотели выиграть?
1000 коробок лапши. Люблю лапшу. Хорошо. Ваш первый вопрос. У кошки на задних лапах по 5 пальцев, да или нет? Ваш ответ? У меня на ногах по 5 пальцев, а ответ – да. Надо было сказать «нет». У кошек на задних лапах по 4 пальца. И правильный ответ – нет. Какая жалость. Надо же, вылететь на первом же вопросе. И ваше наказание за неправильный ответ – превращение в камень. О, дядя Дури! Его превратили в камень! Для нас это тоже не сулит ничего хорошего. Бежим! Сбежать от викторины все равно, что дать неправильный ответ. Что здесь происходит? Неужели снова пришелец? Я господин Кью! Пришелец со специализацией на викторинах. А где же настоящий ведущий? Тоже превращен в камень. Ну что ж, продолжим нашу викторину. Следующий участник прошу на сцену. Так не пойдет. Надо что-то делать. Он превратит нас в камень. Мы даже трансформироваться не успеем. Я попробую выиграть время, а вы, ребята, придумайте что-нибудь. Вольт! Я буду следующим участником. Ого, ваша храбрость впечатляет. Вольт. Хорошо же, вот ваш вопрос. Тираннозавр. Это динозавр, который жил в меловом периоде, да или нет? Почему у меня такой сложный вопрос? Мой ответ... Подождите! Джеки? Вольт, ответ нет. Подумай о самом знаменитом фильме про динозавров. Точно! Тираннозавр из юрского периода. Ответ нет! И правильный ответ – да! Что? Их превратили в камень! Пожалуйста, следующий участник! Вольт тоже выбыл на первом вопросе. Что же мне делать? Если никто не выйдет, то вы все саботируете, а значит, все будете превращены в камень! Так не годится! Я положу конец твоей извращенной игре! Мини-форс черный! Игре? Как ты смеешь унижать мою священную викторину? Меч Лучикс! Это наш шанс! Одному тебе со мной не справиться, мини-форс черный! Сегодня твой последний день. Да или нет? Каков твой ответ? Ответ нет. Ну надо же. В атаку. Что вы стоите? Помогите господину Кью! Кара, Данте, Данчо, где же вы? Бесполезные лентяи! Все на выход! Бегите! Убегать все равно, что давать неправильный ответ!
Сьюзи! А ну немедленно верни этих людей! С чего бы мне это делать? Кажется, ты промазал. Макс! Мой отражающий луч не остановится, пока не достигнет цели. Надо избавиться от этого посоха. О, нет! Это наш шанс! Все в атаку! Ни за что! Это не сработает! Продолжите свои глупости, и я разобью эти статуи! Это гадко и неправильно! Даже если вам удастся победить меня, людей, превращенных в камень, уже не вернуть. Что? Ну, что же нам делать? Единственный способ победить меня в викторине. Наше шоу на сегодня закончилось. Можете расходиться по домам. Видимо, у нас нет выбора. Это отступление. Вольт. Сьюзи! Люси, мастер викторин. Готова отвечать на следующий вопрос? Если у нас не появится следующего участника, то я разрушу эти каменные статуи. Да или нет? Ваш ответ? Нельзя так угрожать людям! Ипас, результаты твоего исследования. Передаю результат на экран. А? У этого посоха уникальная энергетическая частота. Способности пришельца исходят от этого посоха. Нам с вами нужно отнять у него этот посох. Пришелец уронил посох, но он тут же вернулся к нему в руку. Надо найти другой способ. Не волнуйтесь. Доктор Райт! Я давно готовлюсь к этому дню. Что? Взгляните на это. Что? Ой, нет-нет, и не это. И не это, и не это, нет-нет, а... Вот это! Новый Супер X-диск, Хрустальный дракон. С этим вы можете уничтожить любой посох, неважно какой силы. Потрясающий доктор Райт! Но проблема в другом. Как нам вернуть превращенных в камень людей? Победить в викторине наш единственный шанс. Я приму участие. Люси, все нормально? Если бы я согласилась участвовать во время нападения пришельца... то тех людей не превратили бы в камень. Командир Чен, я не хочу больше ни о чем сожалеть. Я буду участвовать в викторине. Хорошо. Пообещай мне победить. Так точно. Я ждал достаточно, но никто так и не явился. Видимо, этим камням конец. Остановись! А? Я приму вызов. Ха-ха-ха-ха! Смотрите, кто у нас здесь! Это будет интересная викторина! Давай, подходим. Ответь на 10 вопросов подряд и выиграй приз по своему выбору. Какой приз ты бы хотела выиграть? Преврати людей, обращенных в камень! Хорошо. Итак, первый вопрос. У собаки в пасти 42 зуба. Да или нет? Какой твой ответ? Мой ответ – да. Правильно. А теперь второй вопрос. Птеранодон, рамфоринг и трицератопс – это все птеродактили?
Да или нет? Твой ответ? Нет. Верно. Время третьего вопроса. Люси, не нервничай. Нет. Правильно. Да. Верно. Нет. Правильно. А у тебя отлично получается. Настало время для последнего вопроса. Люси, остался только один. Итак, пента. Это приставка из греческого языка, обозначающая пять? Да или нет? Твой ответ? Пента. Пента? Разве это не пента из наших пента-иксботов? Но роботов всего четыре. Значит, ответ... Люси! А, если ты ей подскажешь, ее дисквалифицируют. О, это непростой вопрос. Что? Люси, скажи нет. Пожалуйста, скажи нет. Мой ответ... Да! Да? О, нет, она проиграла. Правильный ответ... Да! Что? Ты ответила на все 10 вопросов! Я дам тебе обещанный приз. Та! Вольт, что это сейчас было? Отлично! Она это сделала! Бегите отсюда немедленно! Наверное, мне лучше трансформироваться. Но наша викторина еще не закончена. Убегать все равно, что давать неправильный ответ. Викторине конец. Опять ты? Это начинает надоедать. Я тоже здесь. Тяжело вам тут без меня было? Давай ты хоть немного побудешь серьезным. Вы в самом деле действуете мне на нервы! Вольт, у нас есть новый X-диск, который устранит его за один выстрел. Хорошо. Так и поступим. Супер X-диск к бою! К бою! Хрустальный дракон. Огонь! А? Нет! Повелитель! Прошу, дай мне еще силы! Пента Икс, машина силы. Запуск! Вперед! Ближние атаки не проходят сквозь щиты. Тогда отойдем на расстояние. Ударная пушка. Огонь! Огонь!
Он поглотил атаку и отразил ее в нас. Рэй, давай попробуем атаку с воздуха. Понял. Получайте. Кажется, ничего не работает. Что же нам делать? Люси, постарайся придумать, как нам его атаковать. Хорошо. У пришельца всего 4 щита. Если мы атакуем с 4 сторон, он не сможет отклонить еще одну атаку. Хорошо, Люси. Вы атакуете одновременно. Это даст мне возможность нанести удар. Хорошо. Все в атаку. Ах, вы надоедливые! Посмотрим, как ты отразишь это. Грозовой удар! Получилось! Да, нам четверым пришлось бы нелегко. Хорошо, что с нами был пятый, Рэй. Пятый? Доктор Райт, пента означает 5? Разве это не значит, что где-то есть еще один пента-икс-бот силы? Ну, это... Ты права, Люси. Пента-икс-бот был спроектирован гениальным ученым, работавшим на нашей стране. И пятый пента-икс-бот сейчас у него. И кто же этот гениальный ученый? Его зовут Рио. Гениальный ученый Рио. Так вот он какой, город Сивик. Гениальный ученый Рио живет здесь? Да, это так. Я слышал, он любит уединение и держится подальше от публики. И мы сможем встретиться с ним? Конечно, сможем. Мы быстро его найдем и предложим вступить в нашу команду. Пента-икс-бот ждет нас! Но зачем доктор Райт дал нам эту кошачью игрушку? Я не знаю. Давайте пойдем туда и увидим. Туда это куда? Я пришелец. Кикбоксер Чест. И я ввергну этот город в хаос. Появился пришелец. Видимо, на сегодня с тренировками покончено. Это не шутки. Трансформируемся. Посмотрите туда! Когда кто-то где-то попал в беду, я туда мигом прибегу. Настоящий герой. Город Сивик под моей защитой. Этот тип только что назвал себя героем? Да, нам не послышалось. Не думал, что встречу твоего двойника, Вольт. Глупец, как ты смеешь бросать мне вызов? Глупец здесь, это ты. Явился на вверенную мне территорию.
Как интересно. Удачная возможность проучить такого заносчивого глупца. Тебе повезло. Удар апперкот. Ух ты, а он и правда хорош. Да как ты смеешь? Пушка двойной меч, Экс. Пушка двойной меч, совместить. Я еще вернусь! Его снаряжение выглядит в точности как наше. Если у него такая же форма, но он не один из нас. Точно! Конечно, это он! Рио – гениальный ученый! Ой, какое везение вот так с ним столкнуться! За ним! Не выпускайте его из виду! Погоди! Ты должно быть гениальный ученый, Рио. А вы кто такие? Мы приехали с просьбой из Блю-Сити. Из Блю-Сити? Да. Покажем ему, ребята. Хорошо! Ясно. Вы агенты Минифорс из Блю-Сити? Да. И нам нужен твой пента-икс-бот. Пожалуйста, присоединяйся к нам. Я не могу. Что? Настоящий герой сражается один. Не надо так, ты нам нужен. Герой не должен ни на кого полагаться. Ай, герой то, герой это. У меня прямо голова кругом. Герой всегда занят, поэтому я героически попрощаюсь с вами. Я вызываю тебя на поединок. Поединок? Если мы победим, ты вступишь в нашу команду. Ха-ха-ха. Вы победите меня. Не смешите. Однако... Однако что? Герой всегда с честью принимает вызов. Я приму ваш вызов. Спасибо тебе большое. Ну что, ребята, готовы? Да. Что? Куда он делся? Вот же странный тип. Назначь время и место. Это здание Рио? Такое огромное. А он любитель показухи. А по-моему, здорово. А меня это дурацкое здание совсем не впечатляет. Добро пожаловать, агенты. Вы из Минифорс, так ведь? Прошу, входите. Ух ты! Это трио должно быть богат. Мы вам очень признательны, что вы пришли сюда. Я Мия, секретарь Рио. А где Рио? Добро пожаловать. Что это за черный котяра? Наверное, это Рио. Рио слишком занят, чтобы заниматься с вами всякой ерундой. Его время слишком дорого, знаете ли. Что? Но я слышал о вашем вызове. Если сможете победить меня, то Рио выполнит свое обещание. То есть он присоединится к нам? Конечно, но я ни за что не проиграю. Ха, ни за что? А что, ты так не думаешь? Конечно, нет. Гордыня – это плохо. Ой, почему он хочет, чтобы мы сразились с кем-то еще? Неважно, с кем нам придется драться, все равно мы победим!
Идите за мной. Давай я первый. Погоди, не думаю, что это хорошая идея. Ха? Ты испугался, что ли? Это трата времени. Нападайте все одновременно. Что? Если хоть одна ваша атака пройдет, считайте, что вы победили. Ты... Да кем ты себя возомнил? Успокойся, Вольт. Сделаем так, как он хочет. Если мы выиграем, ты исполнишь обещание. Ха. Такое ни за что не произойдет. И я заставлю тебя пожалеть о своих напыщенных словах. Что? Я здесь. Что? Он быстрее меня. Так быстро! Предоставьте это мне! Он прыгнул выше меня! Сэмми! Не волнуйся, ты следующая! Спасибо, Макс. Ты очень силен. Ты... У тебя должна быть какая-то суперсила. Нет, я самый обыкновенный кот. Однако, при помощи этого суперустройства я могу победить всех вас вашими же способностями. Но ведь это жульничество. Я сам изобрел это устройство. Преодолевать собственные слабости своими изобретениями не жульничество. Нет жульничества. Ты еще не сразился со мной. Чего же ты ждешь? Ладно, тогда лови. Сейчас достану вас четверых одним ударом. Эй, это же... Новый член команды. Возьми это с собой, пригодится. Готовы сдаваться? Нет! Очнись же! Приди в себя! Это наш шанс. Вы сейчас жульничали. Воспользоваться слабостью кота – стратегия, а не жульничество. Ты ведь сдержишь свое слово, не так ли? Этой кошачьей игрушкой вы превратили наш поединок в посмешище. Вы жульничали, а значит, проиграли. Что? Мы не можем вернуться с пустыми руками. Может, стоит просто сдаться?
Вольф, Сэмми, Макс, Люси, Минифорс, Икс. Эй, ты, пришелец-кикбоксер, прекрати это! Пришелец-кикбоксер? Кто это? Я переродился, и теперь я пришелец-профессиональный рестлер! И какая разница? Электрический кулак! Моя рука! Гигантский удар! О, он стал слишком силен. Космопинок! Космоудар локтем! Штормовой бумеранг! Берегись! Удивительный щит! Силовой аркан! Выбора нет. Нужно использовать оружие силы X. Оружие к бою! О нет, не сработало! Так им и надо. Ты все еще на них злишься за то, что случилось? Конечно, я погряз в унижении. Ты погряз? В унижении! Что ты там себе вообразила? Неважно. В чем я уверена, так это в том, что Минифорс нужна твоя помощь. Когда кто-то где-то попал в беду, я туда мигом прибегу. Так поступают настоящие герои. Разве не ты так говоришь? Да. Я уже немного устал, но я прикончу вас супербыстрой вращающейся атакой. Не так быстро. Этот голос. Неужели опять он? Герой бесстрашно встречает любую опасность. Ты? Все-таки ты и есть Рио. Ты пришел, чтобы помочь нам. Это мой долг как героя. У меня кое-что есть для вас, ребята. О, твоя пушка двойной меч. Надоедливые букашки, я вас уничтожу! Пушка двойной меч есть! Слабое место крутящейся атаки — это ядро. Это работает как волчак. Ага. Ребята, сконцентрировать огонь на его ногах. Есть! Что случилось? Пора контратаковать! Комбо-пушка, двойной меч! К бою! Как приятно проучить такого пришельца за то, что он доставляет неприятности невинным людям! Повелитель Зенос, пожалуйста, преврати меня в мастера смешанных боевых искусств! О!
Машина Пента силы X. Запуск! Двойной клинок! Иду в атаку! Ракетный выпад! Ни за что! Герой спасает положение в критической ситуации. Удар меха Вент. И напоследок, атомный крушитель. В следующий раз буду специализироваться на тэквондо. Спасибо, Рио. Я просто поступил как положено герою. Что не так? Значит, ты к нам все-таки не присоединишься? Ага. Хоть вы и жульничали, герой обязательно держит слово. Я буду всегда вам помогать, когда буду нужен. Правда? Я так рад, что ты в нашей команде, Рио. У меня нет выбора. Герой всегда помогает тем, кто слабее его. Чего? Озвучено по заказу CLS Media в 2019 году.